чувак, да-да-да-да-да, вот она, вот это новая локация. И смотрите, какой огромный сундук. Бах, 3 миллиона гемов сразу. Вот это да, ну что, давайте самого дорогого питомца. Давайте, за 350. Бах, кто это еще? Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами продолжим играть в симулятор жвачки в Roblox. И, ребятки, посмотрите, как же здесь стало красиво. Здесь все обновилось, пошел снег, и вроде бы даже здесь где-то есть Санта-Клаус. Я не уверен в этом, но, возможно, мы его сегодня даже увидим. Поэтому нам нужно надуть огромный пузырь. Кстати, я уже прокачался и могу дуть пузырь 75 тысяч. Представляете, размером вот такой вот пузырек. А также я подсобирал 1,5 миллиона деньжат и 25 тысяч гемов. Поэтому нам нужно надуть пузырь, прыгнуть на какую-нибудь там вторую локацию, да, где там продают питомцев, и попробовать открыть несколько яиц. Может, что-то крутое нам выпадет. Поэтому нажимаем и начинаем дуть. У меня одно нажатие уже 417. 417. Вот такой вот у меня еще вкус. Очень классный, красивый шар. И да, ребят, у меня есть новые питомцы. Это вот такой вот скелетон олень и демон собачка. Вот такой с красными глазами. Мне его кто-то подарил, я уже не помню кто. Вроде бы это был не мой подписчик, просто какой-то тут добрый человек. Ну что, давайте, я сейчас бегаю, дую этот огромный пузырь, который мне вообще закрывает весь вид, поэтому... так, где мы его отключаем? В настройках, да? Так, вроде бы вот эта штука. О, что-то тут еще появилось новое, нет? Не знаю, ладно, все, я его нормально почти не вижу, он стал прозрачным. И начинаем дуть. Сейчас будем прыгать, супер прыжки. Ребят, я уже с одного прыжка просто запрыгиваю на первый остров вообще без проблем. Сейчас еще немножко подуем и можно прыгать. Ладно, давайте уже 13 тысяч попробуем допрыгнуть до первого сразу острова, до первой локации. Понеслась. О, врезался во что-то. Эй, почему так? Почему я в облака врезаюсь? Уху, да. Легко, легко. Забираем сундук. Так, сундучок. Есть, у меня 2 600 000. 2 600 000, ребят. Так, давай-ка на батутик. Так, ну не забывай, нужно дуть. Можно нажать и держать, и все, оно дуется само. Так, докуда я здесь долетел? Воу, гемы были. Но это мало гемов, там дальше вообще много их будет. Понеслась. Можно было, конечно, воспользоваться телепортом. Но, ну, тише, подожди. Но это слишком просто. Попробуем допрыгнуть. Так, не забываем дуть, не забываем. Дуем. Так, понеслась. Воу. Вот на это серое облачко давайте. Остановимся на нем. Возьмем мелкий сундук. Так, понеслась дальше. Вот на это облачко, наверное, я не смогу. Поэтому давайте куда-нибудь. О, хоть куда. Давай. Вот здесь какая красотень, ребята. Снег идет. Так, подожди, промазал. Почти допрыгнул. До вот этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, мне хана, улетели вниз. Короче, нужно воспользоваться телепортом. Падаем вниз и все. И воспользуемся телепортом. Главное, сундук забрали на первой локации. Так, телепорт у нас где был? О, а это что, эвент есть какой-то здесь появился? Смотрите. Ладно, мы пока что идем к телепорту. Вот. У меня, кстати, открыта еще одна локация, я вам сейчас покажу. Пока что сюда идем. Так, вот космонавт, и здесь, да, продаются питомцы. Давайте еще деньжат подсобираем. Здоровенько, космонавт, как поживаешь здесь? Вот, за 50 тысяч, нет, 50 у меня нету тысяч. Вот за 17, давайте за 17 попробуем. Открыть одно яйцо, ну-ка, что мне здесь выпадет, интересно? Бам! Летучая мышь, какая она? Самая обычная, понятно. Ну-ка, давай глянем, что она там. Ну, она не очень, по сравнению с остальными моими. Поэтому что мы делаем? Дуем дальше свой пузырь. О, гемы. Отлично, дуем пузырь еще больше. Какой у меня сейчас? 67 тысяч, скоро будет предел. И полетим вверх. Полетим вверх на следующую локацию. Как же здесь красиво, когда снег идет. Вообще красотень. Все, у меня почти максималка, можно начинать прыгать. Так. Куда я здесь приземлюсь? Ну давай вот сюда. Так. Прыжок, воу. Планеты всякие. Так, подожди, нет, только не это. Фух. Прыжок.
Так, это было не очень хорошо, но нормально. Да что ты будешь делать? Ну сюда, зато гем возьму. Так. Вот-вот-вот. Вот, вроде это локация. Да, да, ребята, вот это локация, еще одна. Есть, собираем здесь все. Смотрите. Так, а что у нас здесь? А, здесь мы можем просто... О, пришелец, здорово, смотрите какой. Привет, привет. А, здесь мы можем лопнуть свой пузырь. Но я не хочу, потому что мы потом будем долго вандовать. Поэтому лучше полетим вверх, а там я еще не был ни разу. Понеслась. Здесь все, здесь облака из гемов, просто из гемов. Смотрите, они везде здесь. Собираем. Давай вот сюда. Ох, как же здесь все высоко уже находится. Ой-ой-ой-ой. Подсобираем гемчиков. Полетели вверх еще. Я бы хотел еще какой-нибудь магазин с новыми вкусами там. Так-так-так. А, или может там был магазин тоже? Или не был? Я не помню. На той локации ниже. Так, собираем. Давай-давай. Я хочу следующую локацию увидеть. Прыжок, прыжок. Тарелка летающая там была, я видел. Так, куда я допрыгну? Никуда, походу. О, это очень плохо. О, падаем так вниз резко. Что происходит? Я не понимаю. Да где я? Вау! Тарелка летающая. Так, я сюда успею? Да, должен. Да, ну что, где локация там какая новая? Сколько я буду прыгать сюда? О, ничего себе, так, сурочек еще. Луна, ребята, как же здесь красиво. Особенно со снегом. Ну-ка, так. Ну а сколько тут прыгать до новой локации? Я не понял. Тише, тише, опа, батуте, попасть бы на него. Есть? Ох, ускорение нам поддали. Вот. Побольше бы тут батутов сделали этих. Короче, а вон, вон она. Новая локация, ребята. Я думаю, мы сейчас до нее достанем. Чуть-чуть осталось. Главное не упасть вниз. Представляете, сколько я буду лететь, если упаду вниз? Так, вот на это серое облачко, оно с батутом. Главное не промазать. Вернее, не серое, а розовое. И я не долетаю. Почему я не долетаю? Так, а с прыжка долетаю. Есть, я что-то разблокировал. Смотрите, здесь еще сундук с гемами. Что? Это сундук с гемами огромный. Давайте-ка его откроем. Ничего себе, у меня 1 100 000 гемов. Ребята, у меня столько никогда не было. Так, а это что такое? Портал, но пока что он закрыт. Так, этот, походу, вниз меня пустит только. Наверх у меня еще не разблокировано ничего. Ладненько, ладненько. Я не знаю, что, полетим вверх еще? Мне бы где-то продается здесь новые вкусы я хочу купить. У меня-то денег куча. Хочу купить новые вкусы и чтобы какую-нибудь новую упаковочку себе купить тоже. Чтобы еще можно было больше пузырь дуть. Вот магазин, точно, космонавт здесь продает что-то. Итак, что мы берем? Нам нужна побольше упаковка. Так, у меня какая сейчас? Вот такая. У меня следующая идет за 2 069 000. Давайте мы ее и купим. Отлично, все. Я теперь могу дуть 125 000 пузырек, неплохой. И теперь давайте какой-нибудь новый вкус купим. У меня вот этот вот руби. Так, у меня есть 480, это очень мало, поэтому, ну, давайте вот аква. Аква. Аква вкус. Отлично. Ну что, посмотрим, что за пузырь. Давайте я сейчас включу сразу, чтобы он был виден. Ну что, ребятки, начинаем дуть. Аквапузырь! Ничего себе, какой он! Я дую по 479, что тоже очень даже неплохо. Ну что, надуем максималку и полетим наверх, откроем все-таки следующую локацию. Не знаю, увижу ли я Санту. А, давайте и питомца сразу, точняк. А, это мы сделаем невидимым. Ну что, давайте за 50 000 открываем яйцо. Так, ребятки, что же мне тут выпадет? Оу! Интересно, он крутой питомец или нет? Да, но это не самый простой. Подожди-ка, давай-ка глянем. Какой он? Ну, слабее моих, но все равно. Это же вот это, да, луна? Или какой это выпал мне? Или вот этот? Спайсбол. Вот это, наверное. Давай еще раз. Так, смотрите, космическое яйцо. Во-во-во!
Хэллоу и кто это такой еще? Мне попался, не знаю, мне предлагают трейд, давайте, согласимся. Какие у тебя питомцы есть? Ничего себе. Ты мне что-то можешь предложить, чувак, интересное? Скажи, да или нет? У него какой-то вообще... Нет, он решил, что да. Он мне своих не отдаст крутых. Вот и все. Так, что-то у нас пособираем, все. Ну что, дуем пузырь дальше, дуем пузырь. Так, пособираю еще гемики тут эти. И полетим. Вот, смотри, у кого-то классный питомец. Смотрите. Это химера или кто это, да? Космическая какая-то. Блестящая. Ладно, все, ребята. А, подожди, у телепорта там не было? Случайно? Ладно, без телепорта допрыгнем. Вроде бы все получается, ребятки. Ну-ка. Давай, я уже вижу ее. Эту волшебную локацию. Самую последнюю. Давай. Опа. Куда? Вот сюда. Не будем рисковать, лучше сюда. Понеслась. Так, я уже что-то вижу сверху. Ребята, я уже сверху вижу, что-то светится. Ну что, допрыгну я сюда? Да, я что-то разблокировал. Вот, новая локация. Я должен до нее достать. Давай, чувак. Да. Вот она. Вот это новая локация. Так, здесь за 200 тысяч гемов можно купить. За 350 тысяч. И... А это за сколько? Это неизвестно когда, да? И смотрите, какой огромный сундук. Бах! 3 миллиона гемов сразу. Вот это да. Ну что, давайте самого дорогого питомца. Давайте, за 350. Вернее, яйцо самое дорогое. И у меня такое есть. Давай еще, это самое обычное здесь считается? Да, самое обычное. Давайте еще. У меня 4 миллиона гемов. Так. Бам! О, что это за паук такой? Вы видали, какой питомец? Класс. Какой-то темный... Кто это такой вообще? Короче, паучок. Темный паук. Так, он покруче моих будет всех. Давайте мы их... не по уровню, по имени. Короче. Мои уже послабее. Относительно этого паука. Берем паука. Короче, кого выбираем? Так, 57. Давайте собачку уберем и берем паука. Вот это, понимаю, вещь. Ну что, еще? Давайте сразу 3 откроем. Мне на 3 хватает? А, это за рубаксы, что ли? Или что-то было? Ладно. Бауш, кто это еще? С какой он? Это рарный или нет? Я не понял. Давай глянем. 210 на 345. Что? Ничего себе. Вот это огненная какая-то летучая мышь. Ребята... Так, это вообще жесть просто. Ну что, еще открываем? Давай. Класс. Так, ну это походу простой какой-то, да? Простецкий, давай глянем. Где он тут вообще? В самом конце, что ли? Вот это? Тоже летучая мышь, но самая обыкновенная. Берем еще. Ну же. Бам! И еще раз простая. Неинтересно. Давай еще. Воу, что за оленчик? У меня есть такой скелетон. Еще. Так, ну опять какие-то простые пошли. Как вот это яйцо? Оно когда-то будет вообще открыто? Давай еще. Бах, у меня такой был трейд. Опять я что-то не то нажимаю или что? Так, давай еще. Опять собачка. Так, ну у меня уже столько питомцев этих. Нужно их будет кому-нибудь подарить. Так, еще собачка. Сколько у меня там гемов осталось? Еще миллиончик есть? Можно еще пару яиц открыть. Так. Опа, еще паучок. Так, давайте мы его сразу поставим. Хотя, куда его ставить, наверное? А, вместо вот этого. Да, поставим. Паук будет покруче же? Хотя нет. Да, покруче. Берем еще паука, значит. Вот так вот. Два паука таких страшных. Открываем еще яйцо. Бамс, это было. Ну давай, я соглашаюсь, что-то трейд у меня не работает. Ну что, хотя давайте лучше я возьму все-таки летучую мышь, а то пауков 2, они какие-то темные.
Вот, так будет намного красивее. Две летучие мыши. Классные такие. И паучок со мной ходит. Ну что? Так, что мы, летим дальше? Понеслась дальше? Здесь вообще какие-то волшебные... Воу-воу! Волшебные облака, ребят. Хотя, знаете, там, наверное, лететь очень далеко. Поэтому на сегодня мы на этом с вами закончим. А в следующей серии я обязательно доберусь до самого верха. И узнаю, что же там. Думаю, там будет Санта. Что же там еще? Кто же еще может быть перед Новым годом в самом верху, да? Я думаю, что это будет Санта. А как вы думаете, ребятки, напишите в комментариях. Но сегодня мы на этом заканчиваем. Если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Cool Games. Все, ребятки, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.